Так, всем привет. Сегодня пришел на рыбалку. Поймал уже две сорожки. Две сорожки поймал. Это две плотвы. Здесь такая картина. Здесь сейчас только нерест был. Рыба здесь нерестится вот в этих кустах. Что за рыба, я не знаю, не скажу. Может, дёбель какая-то длинная белая. И, короче, тут утки. Потом с кустов начинает икру. Их сейчас что-то или сомик, или что, не знаю, спугнул, короче, утки аж вон туда запедалили к берегу. Ломанулись. Он тоже икру сосет, выходит. Так что, как-то так. Она там ходит в кустах. Икру. Не знаю, может, что возьмет. Покрупнее сегодня. И он там в кустах у меня берет. В основном сорожка. Вот она, вот она. Подошла. И вся вон покоцана тоже. Дать ее. Цепляет рыба. Какая-то. Знаете, зубы. Их обосралась. Шалава. Это, наверное, мелко. Не знаю, может, даже и сорожками крумитает здесь. Хотя вроде еще холодно. Сейчас посмотрим размер. Так, размер наш. 20 сантиметров. Сорожечка, ну на этот раз мелко, мелюзга. Отпустим вплавь, пускай плавает, растет. Через год, через два, может, попадется покрупнее, уже вырастет. У нас мелкую тут никто не берет, но есть старые еще берут, детки, им пофигу, которые рыбачат так на удочке. В основном рыбачит. Уклейку ловит мелкую. И вот сорок попадается такая мелкая, тоже берут заодно. Хотя нельзя. Ну, до поры до времени. Эх. До дна меньше я сделал сегодня. Прикормил уже, пол ведерочка закинул сюда. Прикормки. Да. Ну. Ну давай, 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 давай. Есть из-под самых кустиков какая-то бешеная попалась. Так, посмотрим размер. Такая толстенькая, икряная. Ну-ка нажму. Нет, икра еще не идет. Ну а размер наш 20 сантиметров. Можно будет брать. Так, ладно, хорошо. Ну, что-то крупный, только нет сороги. Крупняк куда-то ушел. Может, по темному будет брать. Не знаю. Так, ладно, надо сейчас оформить эту сорогу. Ага, поклевка. Поклевочка. Давай, 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 под кустиками. Ну-ну-ну-ну. Зацепись-ка. Зацепись-ка. Она тоже может икру сюда подходить есть.
Тут так-то деревьев очень мало, где икру можно метать. Вот они под эту иву подходят. Она ветви склоняет прямо в воду. И корешки там, и все уже есть. Ее прям видно там. Так, пока нет ничего. Поглубже. Так, на Федора опять у меня была поклевка, короче, хорошая сегодня. Как пришел, поставил, но ничего не засеклось. Не знаю, что была за рыба. Клевала хорошо, дергала. Ага. Ага. Куда ты? Иди сюда. Сюда иди. Ага. Еще хар, еще лучше попался. Тоже какая-то коцаная. Плавник верхний. Пораненный. Он, видите, выдранный. Но это не в этом году. В том году, видать, кто-то ее цепанул. Плавничок выдрал. Ну, это в рост уже. 22 сантиметра где-то будет уже сорожка. Так, насадим свеженького опять червячка сразу. Опаршика. Так вот. Что-то икру больше не мечет, ничего. И пришел, прям там в кустах кипело. И рыбка прыгала хорошо. И крупные что-то вот тут прям возле берега, видать. Саменок или что, не знаю. За икрой охотится тоже. Да где рыба, там и сомы. По-любому крутится. Он на той, на утке. Да, плохо. И тоже вот такие типа кусты с маленькой удочки. И двое там рыбаков пришли. Я пришел на закидушки, кидал далеко. На Федора. А они на удочке. Тоже с опаршиком. Небольшие удочки, такие по метру где-то. Они кидают прям. И там течение, и глубина прям. Это как свал прям. 1-2 метра сразу глубина. И вот они там кидают. И вытаскивали они леща, и лещ там икру метал, подходил. И вот они этого леща там таскали. При мне, наверное, штук 15 вытащили. Все, весь хороший такой лещ был. Ну все, а я потом пришел как-то рыбачить туда. Хотел тоже попробовать. Уже на следующие выходные. А там уже болт, он же икру отметал и ушел. Там тоже надо ловить. Он 2-3 дня. И все, и отходит. Тоже надо знать, когда подходит рыба на икромет. Ну что, что-то больше не хочет. Может, сомик кто-то отогнал рыбку. Где день стоит под кустами. Нет, поклевочка. Ну. Ну и чё, все? Эх, блин. Подтопила. Но взять не взяла. Что-то попробуем. А,
что-то зацепил ветку. Вот ветки лежат на дне. И тоже на них икру откладывает рыба. Но это вроде без икры была. А там, где глубже, ко дну, там бычок обсасывает ее. Выше все, и утки, и сомики. Ай, блин. Что-то клювало, что-то непонятно. Не зацепилось ничего. Я вот раньше под кусты туда кидал, вот так натягивал закидушку. И под кустами тут дебелек шел, крупненький такой. На кило, полтора килограмм, где-то до 2 килограмм попадался дебель. Но это не сейчас, это было в мае вроде время. Ну-ну. Есть. Так, есть сорога опять. Эх, ушла. Ничего страшного. Ушло все. Опа, что-то хорошее. На этот раз. Ну-ну, иди сюда. Это вот, может, что, икру метает, сейчас посмотрим. Угу. Что-то хорошее. Сорожечка. Да, сорога. Пошли-ка сюда. Вот такая вот сорожечка. Угу. Вот она, мне кажется, метает крупная сорога. Вон утки налетели. Так, ладно. Пойдем за крупной. К вечеру, может, крупная пойдет. Пила бычок, на не ушла. Ушла.
Она где-то там под кустами стоит. Сюда не выходит на чистое. Где-то там стоит под кустами. Давай. Ну. Не дави. Блин. На потоп что-то было. Под самыми кустиками. Та удочка стоит у меня, ничего не берет. Тихо. Ага, поклевочка. Ну, это бычок, наверное, уже. Это его поклевка такая. Пацанята подошли посмотреть. Есть что-то. Есть сорога. Ну, такая едовая. Средняя. Сейчас посмотрим для всяких. Размер нет. Размер. Он опять там что-то икру мечет. Идем дальше. Как, никак. Ну. Есть, ребята. Так, стоять. Иди сюда. Бешено какая попалась. Просто бешено. С икрой.
С икрой это хорошо. Когда с икрой. Вон там плещется, видите? В кустах опять рыба. Какая-то подошла. Ну, сороги, если бы она икру тут метала, у нее сейчас бы икра текла бы. Вода-то вообще-то уже теплеет. Ну, просто она здесь крутится, наверное, икру ест. Вот и все. Раз она берет. На Волге, когда икру сорога метала, у нее прям текло с нее. Что-то есть. Опять что-то есть. Эх. Ушла. Ну, мелкая была. Мелко нам не интересно. Что-то все запуталось. Ёкарный бабай. Да. Неудача маленько. Ага, все. Отпутал. Перезакинем. Сразу. Так, так, вот она где здесь, оказывается, под кустами живет рыбка. Вот он подходит прям и клевать начинает сразу. Ну-ну-ну-ну. Не зацепилась. Дальше-то нет ее. Вон она, видите, там ходит. Сейчас будет метать икру. Наверное. Чё толк? Все равно ее все съедят. Так, это был бычок. 100%. Подальше маленько надо закинуть. А, вон, видите, видите, видите. Вон она. Пеньки аж качаются. Икру мечет. Выходит. Эх, у меня поклевка была. Так что надо закидушку ближе к кустам куда-нибудь подкинуть. Туда под кусты кинуть где-нибудь между деревьев попробовать. Может, что там будет лучше брать. Закидушку-то можно. С руки закинусь. Крупная сорога, может, сядет. Факт, что она вон там ходит. Блин, хотел я сегодня взять этот... На сама удочку поставить. Сорогу зарядить сюда и под кусты кинуть. Ну что-то покрутил удочку. Думал. Ладно. Морозильники все забиты. Все равно сама некуда ложить будет. Решил не брать. Сейчас надо сорогу насолить. Сама мы всегда успеем. Потом поймать. А вот пока с икрой сорога, ее надо ловить на зашушку. Ну. Эх, блин, есть. Под самими кустиками. Ага, айда, айда, айда. Ах ты какая. Проворная. Проворная. Там полицаи едут.
Ладно. Идем дальше. Полицаи нам не надо. Ну, в принципе, вода такая свеженькая. Градусов 5-6, наверное, есть. А может и больше. Кто ее знает. Ну, руки ломит. Ну, что там? Плавка даже не видать. На ощупь дергать. Уже в кусты заплыл. Так, что я хотел удочку перекинуть. Туда вот куда-нибудь поставить. Не знаю, поставить, не знаю, нет. Поближе к берегу. В кусты. Ну давай, давай, давай. Есть. Это, а, сорога. Сорога опять хорошенькая. Такая ядовая. Такая вот ядовая, смотрите, сорожечка. С икрой. Так, тихо, 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 не буянь. Весь опаш разбрызгала по всей леске. Так, ладно. Жалко, рыбу убивать надо. Прокалывать. Летом плохо. Летом она быстро портится. Долго. Не продержишь без воды. Только морозильник брать с собой. Это такой переносной. Со льдом, короче, такой. Так. Так, надо будет этот день запомнить, когда икромет. Сорок, когда здесь хорошо берет. Прям под кусты туда. Не видать поплавок. Эх. Что, не зацепилось? Глубоко надо закинул. Ближе ко дну надо. Так что сегодня она здесь. Сорога стоит под этой ивой. Залезла. Под самую иву. Ну. Не видать, клюет, не клюет. Эх. По губам. По губам, по губам. Да, на глубине сейчас походу делать нечего на закидушке. Ближе к берегу надо идти закидывать. Ну, была поклевочка. Так, ладно, пойду перезакину. Все-таки думается. Так, пускай пока постоит. Сейчас он туда перекину подальше. Сейчас посмотрю, что там у нас. Может, грязи набило, не знаю. Вот под те кусты попробую кинуть. Так, что у нас тут? Ну, правильно,
крючок запутался. Трава. Так, давай раскручивайся. Как ты тут? Закрутился, бляха. Так, так. Угу. Так, опять. Угу. Тут что-то у нас то ли узелок, то ли что-то другое. Нет, внутри вот так сейчас вытащим. И два раза еще через леску перекинем. И будет все. Там бычок уже клюет, наверное. Ну, что-то тут. Все скинул. Уже кусочек такой маленький. Видно, его обсосали. О, видите, обсосали все. Ну, еще пойдет. Сейчас кину вот сюда под кусты, пускай постоит. Сюда вот под кусты сейчас кинем. Эх, блядь, палку поймал. Ну, ёкалмана, невезуха-то. Невезуха прет. Какая-то невезуха кругом, блядь, одна. Как так попался, не знаю. Так, все, палку выкинем туда. Палка нам не надо. Тут уже все позапуталось опять. Так, корма. Побольше сразу, раз вытащил уже. Набьем. Так. Ну, все, сейчас задев поймается. Бычок надо завел, бля. Как бы не оторвать. Крючков-то уже почти не остается хороших. Все поотрывал. Магазин на выходные не работает. Да вообще не знаю, работает он не рыболовный, не знаю, нет. Скорее всего, должен работать вообще. Что там такое, блин, засыпается постоянно? На конце вон там. Все вроде цепил хорошо, ладно. Так, все, вон туда на кусты кидаем. Подтягиваем вот так. Там ямочка небольшая. Так, сразу сделаем маленько слабы, чтоб если что-то крупное потянул, удочку не утащил у нас. Все, была возможность подбежать, успеть взять. Да, бычок. Я же говорил, бычок попался. Так. Сразу же свеженько подцепить. Пашечка. Опять какие-то дети прибежали. Так, ладно, закидываем. Смотрим, что у нас там будет. Рыбка не отошла. Это у меня тут. Ну чё? Эх, блин. Помимо. Не дал раскрываться.
Да, на чистом ее нет рыбы. Вот так. А, ага, ближе к кустам. Давай, давай, давай. Есть. Есть. Такая вот небольшая. И отпущу сразу. Закидываем дальше. Нам крупное нужно. Плавок, видать. Ага, что-то клюет. Есть. Есть что-то. Бычок. Я так и знал. Бычар опять. Там-то уж мелко. Вся рыба там собралась нам. На икру. Икру позавтракать. Свеженького поршика. Так, я вчера бычков больших попробовал засолить. Не знаю, как они на вкус. Сколько штук? Наверное, 8 крупных прям. По 18, по 19 сантиметров такие длинные были. Такие жирные. Он на удочку там клюет что-то. Ну ладно. Неважно. Там, если клюнет, мы ее всегда вытащим. Если сама сядет. А здесь надо подсекать. Не подсекешь, не поймаешь. Да, раньше вот на этом месте где-то клювало. Летом. А сейчас вот под кустами стоит. Не показывается. Все поклевки под кустами прям. Или возле кустов. Видите, нет. Сейчас вот подходит поплавочек. Сейчас будет что-нибудь цеплять. Ага. Блин, на поток пошел. Закончик. Никак не подсек. То ли мелковатая, то ли не так голодноватая. Говорит. Когда у нее жор, она сразу хвась и потащила. Там такая рыба вон ходит. Видно прям. Кусты трется. Ну. Давай, 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 давай. Эх, мой.
Что-то подсекаться перестало. Сегодня удочку потоньше взял, полегче. А то у меня от той палки уже вчера плечо болело, отваливалось за вечер, сколько я держал. Не знаю, сколько она килограмм. Килограмм, но 2,5, около 3, наверное, там удочка 6-метровая. В принципе, это тоже 5-метровая. Там 6-метровая, но она толстая, тяжелая. Надо пересадить крупненького, поставить кусочек покрупнее маленько. Тут уже, наверное, все разъели, обсосали гады. А? Бычки поперли. Все куда-то сорога делась. Так, ладно, пока отключусь, а то у меня скоро камера закончится. Если что, потом результат увидите. Ага, и на ту удочку что-то дергает. Все, пока отключаюсь. Так, смотрите, вот результат. 11 штук поймал. Где-то 2 килограмма. Одна вот самая хорошая. Здесь большая вот, смотрите. Где-то на полкило будет, наверное. Ну и так, средненькая такая. На сорёшку. Все. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Не пропускайте интересного. Всем пока.